Всем привет, меня зовут Николай Соколов, я эксперт по работе с дебиторской задолженностью компании NAAP. Сегодня я вам расскажу про кейс к физическому лицу. Данная задолженность кредитная была выкуплена на торгах за 9300 рублей. Должник находится в Калининградской области, долг был просужен. Какая была проблема с данным долгом? Это было бездействие приставов, то есть исполнительный лист был предъявлен, но никаких действий по нему не осуществлялось. Для того, чтобы воздействовать на исполнителя государственного, было принято решение подать жалобу и административный иск. Жалоба была признана обоснованной, в результате после этого пристав произвел необходимые действия по аресту счетов должника. После этого была попытка диалога с должником, но должник от диалога отказался. В результате на данный момент ежемесячно по данной задолженности взыскивается 5200 рублей. Общий номинал долга 826 тысяч рублей. Естественно, мы понимаем о том, что данная задолженность в таком размере будет взыскиваться достаточно продолжительное время. Но здесь идет речь о том, сколько было вложено. Еще раз напомню, данный долг был выкуплен за 9300 рублей. Таким образом, за 2 месяца данная задолженность была полностью уже окуплена и в дальнейшем приносит прибыль. Таким образом, мы имеем некий пассивный доход ежемесячный. Да, небольшой, но он постоянный. Еще раз повторюсь, какая здесь была проблематика. Это бездействие службы судебных приставов. Данная служба очень перегружена, и поэтому многие документы просто приходят в нее и активных действий по ним не предпринимают. Но законодательно установлены необходимые меры по взаимодействию и воздействию на судебных исполнителей, и они были применены. Как показала практика, они были эффективными, и по данной задолженности пошли платежи к взыскателю. На этом все. С вами был Николай Соколов, эксперт по работе с дебиторской задолженностью NAAP. Всего хорошего!